Анонс и точность выхода четвертой серии нового сериала «Банда Зигзаг». Четвертая серия сериала выйдет на портале Кион 15 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как судмедэксперту удается идентифицировать личность трупа. Им оказывается Лоскутков Ефим Алексеевич. Он был трижды судим и состоял в банде Панкрата Баскина. Тихон признает, что налет на фургон с продовольствием в характере Баскина, но все же выражает уверенность, что за ними стоит кто-то еще. Вновь интересуется информацией о Свидерском. Аверин докладывает, что пока ничего конкретного не известно. Тем временем сам Феликс приводит дочь убитого адвоката Виноградова, найденного расчлененным в чемодане, к дому ее отца. Там же он назначает встречу Львову. Рассказывает напарнику о своих догадках и фактах, что в чемодане было тело Виноградова. Он был в свое время адвокатом Кириллова. А расчленён был в квартире напротив. Так листы попали в чемодан. После чего они забираются в квартиру профессора и находят соответствующие его словам доказательства. Тихонов командует Стефаненко увести Юлию в отделение. Сам остается со Свидерским и направляет на него пистолет. Четвертая серия сериала выйдет на портале Кион 15 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.